Я Николай Куприков, рок-музыкант и по совместительству видеоблогер. Обращаюсь к вам, студенты. Как же вы задолбали со своими обращениями? У вас нет скайпа? Вы не можете початиться в соцсетях? У вас нет мобильного телефона? Тогда какого хрена вы заполняете своими дебильными обращениями интернет? Нашлись правдорубы, блин, с тупым топором. Вот я видеоблогер, и я видеобложу, а вы студенты и занимаетесь херней. Расскажите лучше, как преподы вымогают взятки, как покупают дипломы, расскажите то, что вы реально знаете. Ой, для этого нужно много смелости, да? Я открою вам секрет, нас всех зомбируют, всех. И с одной, и с другой стороны, просто кто-то ведется на это, а кто-то нет. Вы ведетесь, вас зомбируют, вы зомби. Зомби-лучи повсюду. Только мы знаем правду, только мы. Хотя что взять со студентов? Один раз они уже лоханулись, когда поступили в универ. Рабочих мест все равно нет. Куда вы пойдете? Видеообращение писать? Ха! Все места займут блатные, но это не важно. Есть проблемы куда более важные. Надо скорее донести свое авторитетное мнение. Мы сопляки, но кое-что знаем в этой жизни. А студенты другого государства не знают. Мы их сейчас научим. Дорогие студенты, в следующий раз обратитесь к психотерапевту. Надеюсь, это лечится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы, и вы узнаете настоящую правду. И ничего, кроме правды, и кроме правды ничего вы не узнаете. Расскажите... На панель пойдете.